Что же касается Володи XXL, то тут простая ситуация. Он мне нравился и нравится сейчас. Мы с Райзеном с большим уважением к нему относимся, где-то угораем над ним. Он человек, просто постоянная напасть, постоянный угар. Человек, по которому постоянно попадает в идиотские ситуации. Единственный вопрос здесь в том, захочет ли продлить его наш титульный спонсор Bad Boom. Если же Bad Boom Володя не продляет, Володя не получает контракта от Bad Boom, то мы с удовольствием предложим ему на тех же условиях, которые были от Броуков, оставаться в команде, сниматься в челленджах, ходить на подкасты и принимать активное участие в жизни клуба, потому что сейчас этот клуб действительно должен активно развиваться, потому что мы будем это инвестировать деньги. И если Володя не захочет, или Володя захочет другие деньги, или захочет, как вот сейчас он ходил сниматься к козлам, захочет козлам, то это его право, потому что Bad Boom, видимо, посчитал, что Володя не нужен или не оправдал их ожидания.